Занимаемся экстремистской деятельностью. Дим, ты или чего? христианские Сверхценности. Сверхценности. Не убить врага. Не убить врага. Что там написано? Прочитать, подожди. Христиане, опомнитесь, не бесчестие имя Христовое, которым называетесь. И Иисус не был военным, не носил оружия. Христос, а затем и его первые ученики никогда и никого не призывали. Ни к гражданским, ни к священным, ни к религиозным войнам. Не призывали силу и защищать истину, веру, родину, семью и даже себя самого. За всю свою деятельную, любвеобильную жизнь, обладая полнотой власти и силы, Иисус Христос не причинил никому никакого зла, не захватил власть в Синоде, не сверхримская иго с евреев и других народов. А когда пришел час явить совершенство любви, проявив ее к врагам, Христос отдал себя в руки грешников и не позволил никому защищать себя с мечом в руках. Иисус любил врагов, уважал миротворцев, всех своих учеников призывал идти за ним по его пути, поступая в этом мире так, как поступал он. И предупредил, что всякий человек, взявший оружие, от него же этого оружия или любого другого орудия убийства, сам же этот человек и умрет, погубив свое тело в этой временной жизни, а для блаженства жизни вечной погубит и свою душу. Последователи Христа во время римско-еврейской войны в 70-е годы по Рождеству Христову не полагали с оружием в руках свои души, жизни за веру, за еврейский народ и родину, а покинули Иерусалим и не защищали от захвата и грабежа и разрушения ни сам город Иерусалим, ни единственный для евреев храм.